Всем привет! С вами Нидерамус, и мы продолжаем проходить Resident Evil 5. Такое сюжетное прохождение. Буду более-менее стараться. Кирк, мы у тебя в долгу. Да, стараться. Да. Крис, Шева, Альфа готова начать операцию. Быстрее идите на точку. Вас понял. Я полетел вперед. Встретимся на месте, удачи. Издеваешься? Все, могу говорить? Вроде могу. Да, я буду стараться как-то более-менее исследовать игру, не просто пробежать от А до Б, а такое, так сказать, прохождение с некоторой долей погружения. Также по пути буду собирать... О, кстати, граната. И вообще ничего еще. Офигеть. Что-то еще? Нет. Да, конечно, распределяется тут странно. Ну да. Так, а ты что за мной не пошла? Самое умное, знаешь, куда идти? А где ты вообще? Она вообще не будет уже у выхода. Ну ладно, ее дело. Мое же дело тут исследовать все, что я тут не собрал. Если тут кто, кроме этих гранат, что-то осталось. Основная часть вещей, насколько я знаю, пропадает вот во второй миссии. Я в том доме, по-моему, не собрал ничего. Так, секундочку. Стройки, мыши... Что-то выглядит так, будто не хватает. Или сейчас. Это во время бега я очень медленно поворачиваюсь. Так что это не проблема. А, ну да, вот видите, даже шкафы у нас пустые. Что тут максимум что-то... Совсем немножко я смогу найти, то вряд ли. Но, тем не менее, все равно побегать стоит. Вот это все можно было везде тут бегать, вот по этой площади. Пока у нас была битва. Но, нет. Так, как видите, тут этого нет сундучка. Потому что если бы я темпы не взял, у меня бы его сейчас все равно не было. А, ну да, вон она уже стоит. Умная самая нашлась. Не дает мне нормально поисследовать зону. Вон, патрон нахожу. Шева, чем ты стрелять будешь, когда патроны кончатся? Если ты бегаешь и не собираешь ничего. Не надо так делать. Ну, как я, конечно, тоже не всегда надо. Но, тем не менее... Что за проблема? Че ты убегаешь вперед? Мы же вдвоем как бы играем. Ну, вдвоем на миссии, окей. Так будет как-то правильнее высказаться. Ну надо же. А, смотрите, опять вперед. Да. Кто-то слишком умный тут. К сожалению, это не я. Стены течет. Переговоры наших товарищей. Так, сюда. Сюда, по-моему, нет смысла нам пытаться залезть. Потому что там некуда залезть. А вот патроны бы я сныкал. О, вот эти патроны тем более надо сныкать. Тут нет ничего полезного. Кто бы сомневался? Вот серьезно. Что там? А, тут. Я думал, тут какой-то тайничок, а тут просто можно сократить. Кто-то орёт. Да, поломная лестница. Может, два человека тут справятся. А, ну здесь толку нет. Отсюда нам не войти. Сюда её можно было и не закидывать. Еще бы. Это что это такое?
что там происходит? Дешант, отвечайте! Дешант! Ух. Шатался, наконец. Да у нас, товарищи, одна битва. На нас... Нас двое этих уже задержали. Сдох отсюда. Ты чё? Иди... Ты получил официальный приказ сдохнуть. Вот так. Вот этот понимает, когда им говорят сдохнуть. Чего? Куда? Вот на тебе по хребтине. Так, патронов у меня не так много. Это меня, конечно же, не то чтобы сильно радует, я бы сказал. Что за проблема? А, тут изначально как бы стена. Или какие-то гаражные ворота, возможно... Хотя нет. Под гараж это явно не катят. Никакая машина туда не влезет. Чё орёшь? Мужик, больной что ли? И прям больной. Да вот так тебе. Раздавился. О, патрончики. Патрончики это хорошо. Там кого-то похитили. А я, тем временем, все еще хожу тут, исследую всякие домики на предмет непонятно чего. Где тут, кстати? Может был где? Че, больной, что ли? Поговори себе, постучи. А вот. Она там пойдет за ключом, который там был. А я вот тем временем свалю. Ты что меня так пугаешь? А еще говорят, что это не хоррор. Такие резкие эти. Просто настоящий скример вылетел. И еще эти, как ведьма ржет. У тебя приказ сдохнуть был. О, у меня патроны кончились. Прелестно. Так это мне ничего не дал. Ну и ладно. Бады еще. Так, мини-карта. На самом деле я не люблю вот такой тип мини-карт. Мне больше нравится, когда сама карта статичная и просто наша... Стрелочка, отвечающая за то, где находится как бы герой, сама стрелочка показывает направление. А что так вот чуть покрутил, все уже запутался нафиг. Где я нахожусь, вообще кто я такой? Сварился отсюда. Моти будет нападать на меня. Вот видели? Ты чё, офигела? Ладно, гранату. Нахрена тебе патроны к ТМП? Женщина. Конечно, я смогу у нее их забрать. Она на меня даже не особо будет ругаться за это. Все равно, зачем она забирает патроны к тому, чего у нее нет? Кстати. Да. Чё я замодил такой? На первая медалька наша. Да, ты издеваешься. Где же она открыта? Снизу, что ли? Столько этих напридумывали. О, сейчас бочка. Пока помню. Так, мои патроны. Ты, офигеть. Дело с первого патрона. Так, о, тут патроны к тому, чего у нас еще нет. Так, эти не без разницы, кто будет брать. Тут пусто. Кто-то все почистил. Кто бы это мог быть? Открыто? Окей. На одну закрытую дверь меньше. В этой игре. Не скажу, чтобы это нам прям сильно помогло. О!
А, тут есть отдельная кнопка, которая позволяет вот так сделать, один раз ударить и сразу убрать нож. Это, на это отдельная кнопка есть. Замечательно. Нет, серьезно, замечательно, сказал. Или еще... привыкнуть к этому, вот к такому управлению. Это будет вообще шикарно. Так, у кого-то, кажется, на одну голову меньше стало. И что там? Живой еще, посмотрите на него. Так, золотые часы какие-то. Ну иди сюда. А? Да. Особенно он здорово себя вел. Продемонстрировал, почему эти все биооружия не очень эффективная вещь. Так, я вот не помню. Где еще? По-моему, конкретно здесь нету. Что в этой зоне, вот буквально. Мы уже собрали одну эмблемину. Ничего хорошо. Так, ну тут мне пригодится вот эта штука. Ключ, который мы там нашли. И сныкаю себе. Потому что себе все-таки побольше доверяю. Так, только дробовик тогда на третье место. Гранат на четвертое. А это вообще черт знает где. Физику для патронов. Офигеть. Что мне с ними делать? Когда нужно будет, конечно, они у меня закончатся очень быстро. Ну, когда они мне нужны, вот я имею в виду. Так, это зачем еще? И чудо раньше вообще эту лестницу не замечал. Вообще, что на этот контейнер можно залезть. Так, сейчас мне вот эта штука пригодится, насколько я могу помнить. Что с тобой? Осторожно, может они все еще тут. Ты в порядке? Крис! Да, быстро эта штука действует. И у нас появляется новый вид противника. Сдохни. Я не помню, как точно его зовут. Цефал, по-моему. Вот сейчас он, конечно, был довольно безобиден. Из-за того, что у меня ружье было. Но тем не менее, это очень такой серьезный враг. Как и в четвертой части. Эти штуки, вылезающие из голов, будут нас доставать очень много. Деньги мало. О. Драгоценность с нее упала. Что там стоит? Непонятно. Ну ладно. У нас еще есть местность, которую можно исследовать. Например, сюда. Вот так это делается. Он даже, походу, не заметил, что у него голова пропала. Упс. Иди отсюда. Мэдисон, штаб. Мы потеряли связь с Альфой. Их атакует неустановленный противник. Подкрепление немедленно направится в точку сделки. Шева на связи. Принято. Пошли, сдох отсюда. Какого? Отлично. Да вы откуда там прячете? Я ж только что оттуда. А, да, в доме же несколько дверей, что это я. Так, походу, я ему сломал несколько ребер в
включая легкие. А. О, да вас тут много, товарищ. Вот тебе! Не подходи. Хрена. Да, я предпочитаю все-таки, когда есть возможность уже адекватно сражаться, считаю вас именно сражаться, а не бегать от них. То есть тут вполне можно было просто взять, сбежать от них. Так, ну, этот, замок. Замок очень крепкий тут. Ножом плохо рубится. Но тем не менее рубится. Уже хорошо. Хотя он нам вообще не нужен. По сути, конкретно этот замок. Не знаю, максимум, если прийти сюда быстренько его сострелить, чтобы напарник мог более коротким путем пройти. Ну и то это дело такое. Не факт, что нужное. Что-то нехорошо. Мне тут подсказывает игра. Что-то пошло тут не так. Крысы. Да ну их нафиг. Не думаю, что есть смысл их пытаться убивать, в самом-то деле. Так и бочки я тут, как в прошлой серии осознал. Это тут дело такое, их ими лучше тут не баловаться. Поэтому, ну его все нафиг. Что-то через потолка. И это не грязь. Смола какая-то. Да. Смола с потолка падает. Дожили. Он из группы Альфа? Он уже мертв. Офигеть. Прямо ходячий арсенал. Раны не от пуль. Не знаю, от чего раны. Но тем не менее... Явно что-то нехорошее произошло. Ладно. Так, я вот не помню где, но тут, по-моему, тоже что-то есть. Так, сначала вот эти собьем. Бочки? Как же без бочек? О, точно. Можно вот так. И тут у нас немножечко денежек. Оп-оп-оп. И все. Получается так. И все. А по-моему, тут где-то должен быть медалька. Да, вон она. Это превосход. А, вот же дверь. Ну да, просто тут же не показаны двери, как таковые. Что тут произошло? Кто это сделал? На нас напали. Ирвин. Он сбежал. Это была подстава. Подстава? Что это? Данные по сделке. Я их слил с компьютера. Передайте их в штаб.
Держись! Я кого-то заметила, но он сбежал. Кирк, ты слышишь? Данные у нас. Но Альфа погибла, а Ирвин сбежал. Вас понял. Передайте данные с машины на складе. Ясно. Не нравится мне это, но надо идти вперед. Кому же это понравится? Целый отряд бойцов кто-то положил. Естественно, в этом ничего хорошо. Так. Нам предположительно в ту сторону. Валим. Да, валим. Так, лифт. Лифт нас куда-то уберет сюда. Из этой пучины беспредела. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун-тун-тун-тун. Ну тут, по-моему, ничего у нас нет. Раз снова эта смола сочится. Что-то всюду. Та-дам! Выбили дверь. О, еще один. Еще один труп. Черт! Что, никто не выжил? Походу. Бери. Окей. Ну охренеть. Ну да ладно. Бывает. Закрыто. Мне нужен ключ. Ага. Ладно. Ключ так ключ. Договорились. Так. Мне показалось, или я его как-то пошевелил? Это камера зажигания. Ключ от топочной. Надо же, успел взять. Правда, я не понимаю, почему напарник, который компьютером управляется, не берет сразу все, что. То есть разбил там две бочки. Почему из двух бочек сразу не взять все? Если никакой паники нет. Когда там идет битва, это понятно, ладно. Разве баллоны вроде несложно прокинуть. Ну да, нас тут... Нам тут намекают. Да уж, валим отсюда. Куда ты стреляешь? Бум. И... Бу-бум, я сказал. В
Вот это, видимо, та штука, которую нам в самом начале заставки показали. Черт, я не могу его здесь обойти. Это плохо. Это плохо. Потому что... Да, я ничего не успею сделать. Так, Шева, идем сюда, отманиваем. Нужно, чтобы он эту бочку слопал. Ты дегенерат, что ли? Не, можно, конечно, его вот так убить даже. Это, конечно, очень много потратить. Но я сейчас предпочту пользоваться более тактичным способом. Ну, как тактическим. Мне кажется, правильнее будет сказать. Так. Идем сюда. Хочу как чуть поближе. Вот, вот здесь. И сейчас я должен пройти. Шева, вали оттуда. Отлично. Да давай же. Отлично, не успел. Хе-хе-хе, неудачник. Ну это вряд ли. Вряд ли этого хватит. Не знаю, для чего это использовалось. А, нет, хватило. Ну, у нас невысокий уровень сложности, поэтому... Поэтому хватило. Две взорванных бочки плюс сжигание. Вот что погубило группу Альфа. Мы обязаны сообщить об этом в штаб. Да, полностью согласен, Шева. Делать конкретно здесь, но сейчас больше нечего. На удивление легко, я даже ни одного повреждения не получил. Ну, видимо, это как раз дает о себе знать то, что мы играем на таком не минимальном, но низком уровне сложности. Потому что на самом деле их тут, по-моему, 4. Или не 5. Бери. Ясно. Тогда бери все. Бери. Ясно. Там тут вообще мало. Мне когда, я думал, там хотя бы будет штук 30 в сумме. Так, и вот у нас треть. Да, кажется, я все-таки привык к лазеру. По-моему, в настройках нет лазера. Так, настройки игры. Это мой... Я все это время играл, и тут, оказывается, эту штуку можно отключить. Не, ладно, давайте все-таки я не буду это отключать. Вдруг там в какие-то моменты будет действительно такое, что потребует того, чтобы я этому обучился. Потому что я все-таки игру не помню. Но, тем не менее, может, хоть теперь буду знать, что это отключить можно. Нашел. Что это было? Биооружие, которое оставил этот гад Ирвин, чтобы заманить нас. Учитывая, во что оно превратило Альфу, нам повезло, что мы еще дышим. Жаль, что мы не успели раньше. И если бы успели, нас бы уже в живых не было. Крис вызывает штаб. Прием. Штаб на связи. Отличная работа. Мы сейчас же займемся данными. В городе творится черт знает что. Жители ведут себя как те Ганада из отчета Кеннеди. И кроме того, появилось нечто новое, с чем мы прежде не сталкивались. Кроме того, мы остались без транспорта. Прошу уточнить задание. Задание прежнее. Ваша главная цель — захватить Ирвина. Мы считаем, он скрылся в шахтах по ту сторону вокзала. Что? Нас осталось всего двое. Вы отправите нас одних? К вам уже направлена группа Дельта. Они помогут вам найти и арестовать Ирвина.
Но мы же не можем... Повторяю, задание не меняется. Мы не можем его упустить. Отправляйтесь в шахты за вокзалом. Конец связи. Это безумие. Ты не чувствуешь себя расходным материалом? Ну да, прошли главу. Хороший показатель, опять же, по всему, кроме времени. Ну, время у меня, я так полагаю, во всех абсолютно миссиях. Ну, разве что там, кроме одной-двух максимум, будет плохое, потому что я не тороплюсь никуда, медленно-размеренно играю. А на этом я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии по поводу данной конкретной серии и в целом этого прохождения. До новых встреч в следующих сериях.